30 дней для них оказалось очень мало. За это время участницы конкурса попробовали себя в разных ролях. Они учились элегантно двигаться вместе с преподавателем по танцам, прошли диагностику здоровья на современном приборе в лечебно-оздоровительном центре, расслабились в кислородных ваннах отделения восстановительного лечения, учились раскрашивать заводскую каску, придумывая замысловатые рисунки, и готовили десерт в одном из кафе Полевского. Четвертый сезон проекта «Мамина вселенная» оказался особенно интересным на события. И это все для заводских женщин. Очарование, красота, талант. Еще раз убедимся, какие наши девушки замечательные, красивые. Группа поддержки в таком конкурсе – очень важный фактор, особенно когда на сцене впервые. Служба качества надела желтые футболки. Сегодня они болеют за Екатерину Кагирову. Наша Екатерина Кагирова – самая активная, самая красивая, самая умная женщина. И она сегодня обязательно победит. Она отличная мама и работник. Каждая участница сегодня достойна внимания. Они все красотки, лучшие. Даже потому, что побороли страх, включили смелость и шагнули навстречу приключениям. Этот месяц мне дал много нового, новые знакомства, новый опыт, так сказать. Он пролетел очень незаметный. Я буду очень сильно скучать по девочкам и по мастер-классам. Виктория Семенова – старожила конкурса. Она участвует уже третий раз и в шутку называет себя привидением проекта. С чувством юмора, обаянием, стилем у конкурсанток все в порядке. Поэтому они сегодня на одной из самых крупных площадок города предстали во всей красе. Девочки вообще восхитительные. Скандалов, интриг, расследований не было. Все здорово. Спасибо большое организаторам. Я надеюсь, четвертый раз меня сюда уже не затянут. Не потому, что мне не нравится, а просто потому, что надо дать шанс остальным. Работник Дворца культуры Галина Калугина всегда находится по ту сторону сцены, за кулисами. Сегодня она во всей красе выступает перед зрителями, как настоящая артистка. Вот так проект «Мамина вселенная» позволяет осуществить мечту. Всегда же интересно выходить из зоны комфорта, бороться со своими комплексами. Это определенная терапия для меня. Финальный гала-концерт – это возможность блеснуть своими талантами перед членами жюри и зрителями, показать, насколько каждая участница – яркая личность, способная не только хорошо трудиться, но и прекрасно выступать на сцене. Вечерние платья – творчество, песни, танцы. У нас даже есть новое направление для нас, для нашего города – это стендап. Посмотрим, что из этого получится. Все девочки очень волнуются, очень готовятся. Ждем, что будет. А будет настоящий праздник, по-другому не сказать. На протяжении 2 часов участницы проекта сияли на большой сцене Дворца культуры. И вот финальные аккорды. Звучит имя победительницы 4-го конкурса красоты и таланта «Мамина вселенная». А именем конкурса, открытого заводского конкурса красоты и таланта «Мамина вселенная» признана Попова Александра. Второе место заняла Алена Савина, заводоуправление. Третьей стала Галина Калугина, работник Дворца культуры. Победитель и призеры получили ценные подарки от партнеров и правкома Северского трубного завода. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.